Доброго дня, колеги. Вибачте, я буду доповідати російською мовою, мені так зручніше, але текст буде українською, тому вибачаюсь, дивіться на екран, хто буде читати українською. І так. Эпицентром после инсульта не является редким явлением и традиционно выделяют ранние, это до одной недели после дебюта в НМК, и поздние судороги, более одной недели, после первой недели. Примерно у 5-10% пациентов после инсульта наблюдаются приступы на ранних стадиях. То есть, как правило, все-таки это в первые две недели. Появление позднего приступа является основанием для диагноза постинсультной эпилепсии. В зависимости от основного цереброваскулярного заболевания у 3-30% пациентов после инсульта может развиться постинсультная эпилепсия, что негативно влияет на прогноз инсульта и качество жизни. До 10% всех случаев эпилепсии у больных пожилого возраста представлены постинсультной эпилепсией. В большинстве случаев простые фокальные припадки наблюдаются в 61% случаев, несколько реже наблюдаются вторично генерализованные приступы 28%. Ранние судороги чаще представлены фокальными приступами, поздние судороги фокальными или парциальными с вторичной генерализацией. У 9% пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения наблюдается эпилептический статус. Инсульт – частая причина эпилептических припадков у лиц старше 35 лет. У лиц пожилого возраста инсульт является причиной эпилептических приступов в 30-50% случаев. У 9% больных с инсультом отмечается судорожный синдром и у 2-3% повторные приступы. Судорожный синдром чаще возникает после геморрагического инсульта, чем после ишемического. Все эти факты хорошо известны. Но существует ли надежный инструмент прогнозирования возникновения постинсультной эпилепсии? Для объяснения механизмов эпилептогенеза в фокусе инсульта предложено немало гипотез. Это касается как привлечения отдельных генов, таких как ALDH2 и CD40, а также транскриптомных изменений, которые приводят к постоянным изменениям метаболизма, структуры и синаптических связей мозга. В качестве наиболее важных предикторов определен возраст пациента, локализация очага инсульта, тяжесть проявлений, в том числе степень инвалидизации. Наиболее вероятным является возникновение постинсультной эпилепсии у больных старше 65 лет с подтипом так называемым TACI, Total Anterior Circulation Infarct, общий инфаркт передней циркуляции, по классификации OCCP, Оксфордский общественный инсультный проект. И при этом наличие менее 20 баллов по шкале Бартл. Возникновение поздних судорог связывают с прогрессирующими цереброваскулярными заболеваниями, диффузной микроангиопатией сосудов головного мозга, нарушением функции гематоэнцефалитического барьера, другими постоянными структурными и физиологическими изменениями после перенесенного инсульта. Значительно увеличивается риск послеинсультной эпилепсии при поражении базальных ганглиев доминантного полушария головного мозга. Сегодня предложено несколько шкал для прогнозирования противоэпилептической эпилепсии. Эти шкалы, например, CAVE или Cortical Involvement Age Volume, Early Seizures или шкала по CERS или Post-Stroke Epilepsy Risk Scale, или шкала C-LECT, или Severity of Stroke, Large Artery Atherosclerotic Etiology, Early Seizures, Cortical Involvement, Territory of MCA Involvement. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Но общим для них, для всех, является то, что при построении шкалы использовался
линейный регрессионный анализ. Механизмы, лежащие в основе ранних и поздних судорог, несколько разные. Если для ранних судорог наиболее важны гипоперфузия, реперфузия, нарушение функции гематоэнцефалитического барьера, клеточных каналов, изменение экспрессии генов и накопление гемосидерина, то для поздних это хроническое воспаление, это глиальные изменения в виде лейкоариоза, активация ангиогенеза, нейрогенеза, потери синапсов, коллатерального спрутинга, деаферентация, сидероз и наличие сопутствующей соматической патологии. Изменение нейропластичности и стойкие реорганизационные изменения в функционировании мозга приводят в итоге к постинсультной эпилепсии. В последние годы много внимания уделяется алгоритму прогнозирования постинсультной эпилепсии. Шкала SELECT, о которой я говорила, является наиболее используемой для такого прогноза. Эта шкала показала неплохую воспроизводимость, особенно для атеротромботического типа инсульта. Шкала довольно простая. Учитывается тяжесть инсульта по шкале NIHSS. При малом инсульте с оценкой до 3 баллов пациент получает 0 баллов риска. При баллах по шкале от 4 до 10 – 1 балл. Более 11 баллов – 2 балла. При наличии стенозирующих атеросклеротических повреждений брахиоцефальных сосудов добавляется 1 балл риска. При наличии ранних судорог – 3 балла риска. При привлечении корковых структур – 2 балла. При инсульте в бассейне средней мозговой артерии – еще 1 балл. То есть максимальный возможный балл – 9. Впрочем, многие исследователи считают шкалу недостаточно чувствительной, обращая внимание на наличие большого количества факторов, влияние которых на эпилептогенез при инсульте в алгоритме расчета риска постинсультной эпилепсии игнорируется. Исследование, которое перед вами было опубликовано в 2016 году, охарактеризовала группу высокого риска рецидива приступов у пациентов с первым постинсультным приступом после ишемического инсульта. Пациенты с постинсультным приступом после ишемического инсульта с высоким риском рецидива приступов имели больше шансов на развитие эпилепсии позднее. Исследование проведено на более чем 3500 пациентов с ишемическим инсультом, которые перенесли первый постинсультный приступ. У них из этого количества больных было отобрано 124 человека, за которыми наблюдали в течение более 4 лет. И по результатам приступы рецидивировали у 35,5% пациентов с ранним постинсультным приступом, тех, у кого он развился до недели после инсульта, и у 48,7% пациентов с поздним постинсультным приступом. Дополнительными факторами риска были мужской пол, фибрилляция предсердий, кортикальный инсульт, тяжелая степень инвалидизации и наличие именно парциальных приступов. В качестве альтернативы предлагается шкала POSERS. В ее основе несколько основных предикторов. Это супратентериальная локализация, которая дает 2 балла, внутримозговое кровоизлияние с привлечением корковых структур еще 2 балла, ишемический инсульт с привлечением коры или подкорковых структур 1 балл, ишемический инсульт с неврологическим дефицитом, который нарастает, еще 1 балл. Оценка по модифицированной шкале Ренкина 3 и более баллов, дополнительный балл дает. И судороги в первые 2 недели 1 балл, а которые после 15 дней добавляют 2 балла. По мнению польских авторов, на данный момент представляется невозможным разработать объективную, надежную, унифицированную прогностическую модель, которая охватывала бы все соответствующие переменные, которые могут повлиять на развитие эпилепсии после инсульта. Из-за противоречивого характера имеющихся данных о многофакторных предикторах
поздних эпилептических припадков. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить прогностическую ценность существующих прогностических моделей эпилепсии, связанной с инсультом, и попробовать усовершенствовать их для широкого использования в единицах инсульта. Это не помешало, тем не менее, разработать немало приложений для смартфонов, которые используют алгоритмы тех шкал, о которых я говорила. Это Select и POSERS. По мнению авторов статьи, которая перед вами, именно шкала Select в наибольшей мере отвечает клиническим требованиям из всего представленного сегодня количество шкал для выявления этой патологии. В то же время продолжаются разработки и попытки разработать, я бы сказала, новые, более совершенные системы прогнозирования, в том числе с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Впрочем, ни одна из существующих предиктивных моделей не является достаточно надежной в прогнозировании постинсультной эпилепсии. Наибольшее значение при определении риска возникновения постинсультной эпилепсии имеет тип острого нарушения мозгового кровообращения, локализация очага, тяжесть инсульта и возраст пациента. Наиболее перспективным на сегодняшний день является использование нейросетей для прогнозирования последствий острого нарушения мозгового кровообращения. Спасибо вам большое за внимание и благодарю организаторов за возможность продолжать учиться, несмотря на наш такой сегодня довольно сложный период. Надеемся, что все скоро закончится, и мы сможем друг друга видеть. Спасибо.